Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре чехол для ледобуров от производителя Tanar. Предназначен он для ледобуров диаметра 180 мм и подходит для таких моделей, как LR180, LR180D и 180T. Но, в принципе, по сути, он может быть и универсальным чехлом, так как я его использую немного для другого ледобура, и он мне вполне подходит. Получается, это самый размер чехлов, который представлен. Есть для сотых, 130-х, 150-х, и это самый крупный. Я приобрел его для своего ледобура Helios. Он 130-й, но он сюда входит просто впритык. Тютелька в тютельку, прям еле-еле закрывается молния. Поэтому, если вдруг вы будете покупать не именно для ледобуров данной компании, рассчитывайте, что, например, если у вас 150 или 180 ледобур, даже в данный чехол для 180 он не помещает, не поместится, потому что 130, не буду сейчас показывать, не особо много места, он встает в самую прям притирку, в некоторых местах молния того и гляди разойдется. Но именно для тех ледобуров, в которых он предназначен, я думаю, будет вставать идеально. Он выполнен в таком защитном цвете, коричневом. Здесь кленовые листочки везде нарисован. Сбоку видим название, Tanar, диаметр 180, интернет-адрес. С другой стороны ничего нет. Оснащен он ручкой для переноски. Все, в принципе, здесь выполнено довольно-таки простенько. Ручка у меня была тут специально проделана через вот эти пропускные отверстия, но она постоянно развязывалась, и я просто сделал ее на узел, потому что я устал ее делать, как она должна быть, просто узел, и вообще теперь забыл про нее, нет никаких проблем, все отлично. Хочу сказать, что пользуюсь уже этим чехлом третий год, и он целенький, он нигде не разошелся, не разорвался. Он сделан из материала Oxford 600D, длина чехла 95 сантиметров, а ширина 30. Внутри он беленький, есть у меня тут небольшие пятна от того, что не всегда я успеваю просушить свой ледобур, он немножко ржавеет и оставляет данные пятна. Ну, я думаю, это вполне можно оттереть и отстирать. Внутри все прошито, встроена такая неплохая, довольно-таки мощная молния, но, по крайней мере, она у меня еще не разошлась. Еще раз говорю, ледобур встает просто в притирку, и все равно все отлично, молния не расходится, молния надежная. Она с двумя собачками, то есть можно начинать застегивать с любой стороны. Это очень удобно, и также тут есть такая фиксация на липучке, которая полностью закрывает данный чехол. Мне единственное, что хотелось бы, ручки еще с другой стороны такие простые, для того, чтобы его не вешать на плечо, а именно можно было взять в руку. Вот единственное, что мне в данном чехле не хватает. Он абсолютно невесомый, быстро сохнущий, домой приносишь, ну, где-то минут 20, и чехол абсолютно сухой, практичный. Не марки, поэтому я могу вам смело рекомендовать. Очень нужная вещь. Раньше таскал ледобур просто так, но с чехлом стало намного все это делать удобнее, комфортнее. Иногда слетает заглушка с ножей, что-нибудь где-нибудь порежешь, поцарапаешь, а если она слетит в чехле, ничего страшного не произойдет. Вот такая вот нужная вещь. Чехол для ледобура Tanar 180. Ну, а на этом мой видеообзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!